Учителя – это, наверное, одни из тех людей, которые готовы в воскресенье с утра бросить отдыхать, бросить дом, бросить детей и чему-то сами поучиться. Тема игр вообще мне очень привлекательна. На самом деле я действительно много работала с детьми, с подростками, и игры всегда носят не только практический, но и большой, на самом деле, такой педагогический момент. Я, если позволите, все-таки два слова по этому поводу скажу. У меня есть презентация, я ее не буду показывать. Лучше я вам вживую покажу примеры заданий. Так вот, на мой взгляд, еще такой момент игр педагогический. Все-таки, когда даже самый такой стеснительный, самый скромный ученик имеет возможность каким-то образом себя показать. Да? И в игре... Даже если ты что-то не знаешь и немножко как бы проиграл, это не страшно, потому что тут никто тебя не обидит с точки зрения, что ты вот все неправильно сделал, оценка у тебя плохая. Почему тема моя сегодняшнего выступления – это именно онлайн games and activities? Наверное, вопрос очень простой и ответ на него простой. Да потому что, когда мы все сели дома в марте месяце, 2/3 преподавателей, которые используют наши замечательные материалы, вдруг вспомнили, что там у детей есть бесплатный кодик для каких-то там онлайн-заданий. И многие первый раз в марте месяце, посмотрев, что там, поняли, что на самом деле вот эти все игровые наши activities, они помогают спасти ситуацию и в режиме, когда мы не могли выйти в класс. Уважаемые коллеги, сейчас вы видите, у меня открыта страничка, уже открыта, для экономии времени я не стала при вас регистрироваться. Это наша Cambridge LMS Primary Page, страничка нашей LMS для детей. И вот кто использует пособие Cambridge University Press для детей, они, наверное, знают уже все, что есть вот эти бесплатные коды у деток в учебниках, либо в рабочих тетрадках. И я хочу сегодня показать, что это такое. И почему каждая вот эта онлайн-активитис можно сравнить с игрой, с онлайн-игрой, которая нравится, ну, практически всем современным детям. Для начала я покажу вам для детей задания и игры. Потом покажу для подростков и... Должна успеть сказать вам о замечательном игровом приложении, которое можно скачать на мобильный телефон прямо сегодня, прямо сейчас, для взрослых, как раз вот с точки зрения отработки лексики и каких-то грамматических структур. Я буду подглядывать шпаргалочку, чтобы открывать самые интересные задания, которые я выбрала. Вот посмотрите, пожалуйста, фанфустата. Да, уважаемые коллеги, если кто вдруг не знает, даже если вы еще не используете наши пособия, но вам важно выбрать учебник из точки зрения онлайн-материала, зарегистрироваться на Cambridge LMS можно бесплатно каждому преподавателю, даже не купив учебник. Это вот Cambridge дает преподавателям такой бонус, такой шанс просто вот даже посмотреть, что у нас внутри, прежде чем вы решите, будете вы использовать наше пособие или нет. Итак, посмотрите, как вы уже видите, это онлайн-бесплатное приложение к пособию Fun for Flyers, последнее издание, 4-е. И те, кто готовит к кембриджским экзаменам, знают, что это пособие, которое не учит как таковому английскому General English, это пособие, которое позволяет готовить к экзаменам. Но что у нас здесь есть в приложении? Посмотрите, пожалуйста. Само пособие и, соответственно, онлайн-приложение сгруппировано в блоке по 5 юнитов. И вот к каждому из юнитов прилагается 5 различных вариантов грамматических заданий на различные грамматические моменты и 5 заданий по отработке лексики. Поскольку у нас тема игра, и мы говорим, что, в общем-то, любое онлайн-задание, оно похоже на игру, позвольте мне показать вам для начала не сами игры как таковые, они тоже у нас здесь есть, а просто некие задания. Извините, видимо, я немножко не туда кликнула. Тороплюсь. Так.
Хорошо. Сделаем вот так. Так. Я покажу. Так. Извините, кликнула на грамматику. Ну, покажу лексику. Итак, лексическое задание. Хочется просто больше всего показать. Вот всегда говоришь повторение, поспешишь, людей наспешишь. Значит, посмотрите. Здесь есть задание вот такого типа, как кроссворды. И на самом деле это очень интересная для детей вещь. Но что я хочу сказать? Посмотрите, пожалуйста. Здесь отрабатывается, понятно, не только знание лексики, но и спеллинг. И при этом, при всем, в увлекательной форме с визуальной поддержкой. Что я еще хочу вам показать, уважаемые коллеги, я прошу прощения, я поняла, в чем у меня дело, я вот не буду больше торопиться, я буду делать все правильно. Я просто открыла не тот уровень фана. Такое бывает. Так, пока загружается система. Значит, я открою сейчас фан for status. Это для тех, кто понимает, это наше пособие, которое рассчитано на совсем маленьких детей. Второй год обучения. Так, у нас система зависла. Так, так, попробуем. Так, все. Да, извините, пожалуйста, открываю Fun for Status и идем уже своим чередом. Да. Fun for Status. Что я хочу показать? Так, мы успеваем, во время укладываемся. Замечательно. Итак, я все-таки покажу быстро, как отрабатывается грамматика, тоже в очень нескучной форме. И дальше покажу, какие есть еще игрушечки. Почему это важно? На самом деле, я давно говорю, вот вы видите, да, по сути дела, это вот такая как игрушечка, которая работает. Но что здесь важно? Что ребенок сам себя может проверить, выполнить задание, и если неправильно все, попробовать еще раз, а на третий раз увидеть ответы. Это тоже хорошо, это как раз вот тот момент педагогический, когда ребенок не боится сделать ошибку. То есть вот такие задания. Что здесь еще есть? Здесь есть различные word squares, crosswords, и я хочу сейчас показать вам вот просто любимую игру всех детей и взрослые. Я знаю, многие очень любят этой игрой, увлекаются такого плана игрой с точки зрения отработки именно какого-то вот лексического материала. Это matching pairs. Да, то есть вот опять, не отмечено, что это игра, но на самом деле это игра в чистом виде. Как вы сейчас, она загрузится? Да, вот. То есть замечательная вот эта вот игрушечка. И вот таких вот типов задания, даже если не отмечено, что это игра, гейм, в онлайн-отработке, они присутствуют для детей. Дальше я хочу вам показать уже именно задание, где есть отдельно отработка лексики и грамматики в увлекательной форме. Извините, что ж это у меня сегодня компьютер выделывает. Угу. Есть у нас замечательные пособия, всем известные, вот они у меня тут списочком идут. Kidsbox, допустим, тоже очень популярное пособие, дети его очень обожают, там герои замечательные. Что у нас здесь есть с точки зрения activities? Вот здесь как раз-таки я уже не буду ходить в лексику и грамматику для экономии времени, потому что, соответственно, у нас сейчас цель и задача другая. Я вам сейчас просто покажу, какие здесь есть игрушечки. Их в каждом разе, уже к каждому юниту здесь есть набор лексики и грамматики вот в такой увлекательной онлайн-форме. И есть две игрушечки. Ну вот, уважаемые коллеги, я не такой геймер прекрасный, как дети. Здесь все очень просто для детей, но, наверное, не очень просто для нас. Потому что здесь нужно с этим бедным ежиком бегать и ловить яблочки. Да, и вот нужно вот так вот бегать и искать, поймаем, не поймаем.
Да, и так дальше. Дальше давайте мы не будем уже тут бегать с ёжиком по экрану играть. Если вы хотите поиграться, зарегистрируйтесь на платформе, выберите Kidsbox уровень, допустим, 1 или 2, и поиграйтесь. Какая еще здесь игра есть? Здесь игра вот эта Match the Bots, такая же есть замечательная, но немножко в другом виде, с такими вот печенюшками, бисквит, замечательными. Это у нас Kidsbox. Что еще? Я дальше хочу показать вам еще одно наше замечательное пособие, которое новое и про которое многие уже слышали. Упс. Так. Упс. Извините, пожалуйста, уважаемые коллеги, у меня просто новый компьютер, и я буквально с ним живу меньше недели. Поэтому вот происходят такие вещи. Мы еще с ним не подружились. Значит, уважаемые коллеги, сейчас я вам хочу показать для подростков несколько игр. Потому что, как мы говорим, в увлекательной форме и подростки тоже любят работать. Вот, пожалуйста, это страничка нашей платформы для подростков и взрослых. И вот есть тут у нас замечательное такое пособие Eyes Open. И есть там онлайн-практис бесплатная. У меня просто сразу здесь сделаны онлайн-воркбук и онлайн-практис. Но онлайн-практис, бесплатное приложение, тоже дает игрушечку. Сейчас я вам ее постараюсь показать. К сожалению, техника иногда работает медленнее, чем мы умеем говорить. Так, окей, замечательно. Открываем второй сейчас юнит, и я покажу, какие игрушечки есть в онлайн-практис идем. И я покажу, какие есть игрушечки, соответственно, для подростков, потому что здесь для них какие-то видео-активитис и есть games. Так, буквально очень быстро, потому что у нас заканчивается время моего выступления. Итак, посмотрите, пожалуйста, первая игрушка очень хорошая на отработку лексики. Она вот такого плана. И здесь тут надо вот таким образом, да, выбирать слова. Я уже не буду играть, вы это понимаете, да, что дальше. Я просто хочу показать вам еще одно замечательное задание. Вот это вот. Текст билдер. Вот на мой взгляд, это вообще блестящая вещь. Потому что обучение письму достаточно бывает сложным процессом. И запомнить все фразочки, collocations и так далее, бывает тоже сложно. Вот нужно таким образом скомпоновать текст. Что здесь важно? Что сначала ребята делают задание в учебнике, в рабочей тетради, и на основе вот материала учебника и рабочей тетради дальше идет, вот они составляют вот этот вот блокпост. Это вот такое замечательное приложение бесплатное. Уважаемые коллеги, как вы видели, к детям у нас ко всем учебникам есть такие игрушечки, ко взрослым и подросткам тоже во многом есть. Сейчас я покажу на слайде. Наше приложение, которое вы можете скачать. Это для мобильников приложение, называется Quiz Your English. Оно разработано для, ну, старшеклассников и взрослых. Там есть отработка лексики и каких-то структур. Чем хорошо вообще это приложение? Что, во-первых, если кто работает со взрослыми, то здесь есть лексика по тематическим моментам к нашему пособию Empower, Grammar and Beyond и другие. Либо просто можно отфильтровать, как вы видите, вот кто-то задавал вопрос про взрослых. Вот, пожалуйста, какая-то тема есть Technology, уровень B1, и вы, и любой ученик, любой студент может выбрать и потренировать
ту, соответственно, лексику того уровня, какая ему нужна. Это бесплатное приложение, скачайте его, пожалуйста, поиграйтесь. Если есть вопросы, я, соответственно, готова на них ответить. Да? Единственное, что может быть, если проще, наверное, будет, если, может быть, мне покажете, вы зададите их в голос. Да. Ирина, спасибо большое. Там много вопросов по поводу доступа, куда писать, как получить. Да, значит, куда писать, уважаемые коллеги. Да, я поняла вас. Значит, смотрите, мы понимаем, что это учительский доступ для того, чтобы вы поняли, что это такое посмотреть. Значит, и куда писать? Можно написать мне. Вот, пожалуйста, мое, соответственно, моя информация, мой имейл здесь. Можно написать любой из наших коллег. Да, пожалуйста, мы все работаем здесь. И Людмила Санна Городецкая, и Людмила Санна Каинджевникова, Анжела Татасян в Москве, Екатерина Жура. Еще раз хочу повторить, уважаемые коллеги, вот для преподавателей доступ на нашу платформу Cambridge LMS бесплатный. Вы можете зайти туда и посмотреть. Но предупреждаю вас, что, конечно же, ваши ученики там с вами играть не смогут, если у них не будет уже, вот извините, кода доступа. Но получить представление, как это работает и что у нас есть в онлайн-материале, это, конечно, все можно сделать и прямо вот сейчас, буквально вот закончив эту конференцию. Ирина, а могли бы повторить название приложения для взрослых еще раз? Quiz. Так, сейчас, пожалуйста, я вам покажу. Вот оно. Quiz Your English. Там вот это вот я специально такую эмблемку, иконку сюда прикрепила. Так и называется. Вы, кто в Apple Store, кто в Google Play, набираете Quiz Your English, Cambridge сразу выкидывает. Поверьте, я сама это скачала. Оно у меня прекрасно работает. И знаете, я иногда там просто, когда хочется отвлечься, просто там зависаю в этом приложении. Там очень интересно, потому что ты играешь реально с каким-то студентом, хоть из Бразилии, хоть из Мексики, хоть из USA, хоть из Польши. Это такая международная, такой collaboration space, назовем это, и у тебя в партнерах все время находится кто-то из других студентов. Очень интересно. То есть это соревновательный момент присутствует. Да. Это очень хорошее приложение. Да, Ирина, спасибо большое. Я тоже играла в него со студентами, какое-то время залипала. Ну, там просто как вот война умов или что-то такое вот еще есть. Да, там баллы вы копите, да. Ну, вот замечательно, да. Ну, мне кажется, что это действительно полезно, если вам даже на уроке хочется немножко, соответственно, сделать какой-то перерыв или как-то взбодрить студентов. Взрослых, можно это сделать даже на уроке. Никто это не мешает. Угу. Вот, скачали уже замечательно. Пожалуйста, если какие-то вопросы, я всегда на связи, все мои коллеги всегда на связи. Пожалуйста, можно нам всем писать. Мы с удовольствием будем вам помогать в любых ваших нуждах. Спасибо. Ирина, спасибо большое за ваше выступление. Коллеги, давайте мы сейчас поблагодарим Ирину за выступление, да, традиционно. Спасибо вам за внимание, да. Аплодисментами.